И когда, значит, Покровский начал организовывать свой театр, уже даже выпустил спектакль, ему нужен был помощник туда, потому что он был главным режиссером Большого театра. Меня познакомил с Покровским Михалков. Они одногодки и как дружили. Я стал вот тем помощником, на которого он с радостью возложил очень много обязанностей. Я репетировал его спектакли, я ставил сам спектакли, я занимался работой с композиторами и с драматургами, я занимался зарубежными гастролями и как переводчик, и как администратор. Даже помещения у нас не было, мы работали в бывшем костюмерном складе Большого театра. Мы узнали о том, что на Соколе освобождается кинотеатр «Сокол». Мы пошли туда. Октябрьский район сказал, там будет пивной зал. Мы имеем план по развитию пивных залов. А там мраморные стены, вообще все готово, только ставь бочки с пивом. И он говорит, Покровский, у вас есть побратимы? Да, вот в Чехословакии, в Германии районы наши побратимы. Вот, говорит, они, у них нет своих театров, у вас будет свой театр Ленинградского района. И вы приедете в делегацию, вы их пригласите на спектакли, а в антракте наши девочки, я им поставлю мизансцену, они будут разносить пиво. Это-то они ошеломились вообще. И, значит, согласились. Вот что значит творческий поиск. И согласились, и мы сделали там.